Сегодня ходил за грибами и нашел два вот таких интересных гриба. Находил он нечто похожее ранее, тогда смотрел в грибной энциклопедии, выяснил, что это один из видов маховиков. Очень похожи на те, которые сегодня нашел, но ножка немного отличалась, все остальное практически то же самое. Хотел найти этот вид маховиков сегодня в энциклопедии, но не смог найти ничего похожего. Зато нашел как бы картинку, которая 100% совпадает с этим сегодня найденным грибом. Это гриб называется синяк. В общем, достаточно редкий гриб, входит даже в Красную книгу. Не рекомендуется к сбору, но поскольку я не знал об этом в момент сбора, то пару грибов принес домой. Гриб съедобный, читал различные отзывы по этому грибу, то есть все его едят, и никто особо разницы с другими съедобными грибами не замечает. Поэтому тоже сейчас вот скоро будем его разделывать и будем варить в него суп. Вот все, что хотел рассказать об этом грибе. Всем удачной тихой охоты!